Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», присоединяется к нашему эфиру. Будем говорить о потерях России в Украине. Действительно, вплотную приблизились это, если мы говорим о личном составе, 50 тысяч. Александр, рады вас видеть в нашем эфире. Приветствуем. Доброго дня. Динамика, вот давайте поговорим о динамике, да, вот действительно приближаемся к отметке, Генеральный штаб Украины тоже на это обращает, кстати, внимание, что потери России в Украине вплотную приближаются к 50 тысячам человек, а вот я хочу у вас спросить, простой вопрос, а это много или мало? Для российской армии это катастрофа, это самая настоящая катастрофа, поскольку таких потерь не было, например, даже во времена Советского Союза в Афганской войне. Хотя мы знаем, какой был ресурс у Советского Союза на тот момент, опять-таки. Таких потерь не было за всю историю такого образования, как Российская Федерация, с момента ее возникновения и участия в совершенно разных конфликтах. Абсолютно всех. Это, опять-таки, Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, это война в Грузии, это Сирийская гражданская война, это Ливия, Центральноафриканская республика, Мозамбик и так далее, и так далее, и так далее. Если взять и просуммировать все потери российской армии, силовых структур, наемников, такие как ЧВК «Вагнер» и так далее, за эти три десятилетия участия в конфликтах, все равно выходит практически количество в два раза больше. То есть суммарно потери российской армии за все эти периоды не превышали почти 25 тысяч человек суммарно. А сейчас за полгода, фактически чуть больше полугода, они потратили уже почти 50 тысяч без малого. И это говорит о том, что ресурс-то истощается. Таких потерь, к таким потерям российская армия не была готова. И российская армия никогда не несла таких потерь. А надолго ли их хватит в режиме такого сбора пополнения ресурса, который присутствует на сегодняшний день у них, я не уверен. Критическим скоро, на мой взгляд, будет вообще использование человеческого ресурса в боевых действиях. И это станет одним из также решающих элементов дальнейшего их поражения и уже каскадного отступления. BBC совместно с изданием «Медиазона» проанализировали и установили данные 6024 военнослужащих Российской Федерации, которые погибли в Украине, выполняя бандитские планы Владимира Путина. И тут очень важно заметить, что по данным BBC и «Медиазоны», 1025 из 6024 — это примерно 17%. Это офицеры, среди них 4 генерала и 35 полковников. Это высокие чины, это люди, которые непосредственно, как я понимаю, сейчас объясните нам детальнее, дают конкретные задания, да, люди, которые могут непосредственно управлять ходом боя на территории Украины, скажем так. Как почти уничтожение 20%, если мы так говорим, из 6 тысяч, влияет в том числе на деятельность самой российской армии? Слушайте, 20% офицерского состава — это очень много. Это действительно очень много, и это говорит о реальных действительно потерях, поскольку офицерский состав — это довольно-таки редкостный элемент в числе 200-х, особенно если мы говорим о среднем офицерском составе и о высшем офицерском составе. И если удалось установить более 1000 данных ликвидированных в Украине офицеров, то мы можем только себе представить действительно, какие масштабы уничтожения рядового состава. Реальные масштабы, а не вот эти вот 6 с лишним тысяч, которые установлены, официально похороны, которых можно было как-то идентифицировать и зафиксировать. Поэтому, на мой взгляд, и мы видим то, что сейчас происходит с передовыми подразделениями российских оккупантов. Система управления, как таковая система управления передовыми подразделениями, она серьезно подорвана. Даже внутри самих подразделений нет профессионального, квалифицированного какого-то управления, опять-таки, их действиями. Почему? Потому что на сегодняшний день офицерский состав, как таковой профессиональный, он уже, можно сказать, отсутствует. Скажу даже больше. Третий армейский корпус, который сейчас отправляется
ну, частично уже присутствует на территории Украины, а еще и двигается дальше через полуостров Крым на Южный плацдарм. Третий армейский корпус, он имеет в своем составе младший офицерский состав, который был снят буквально после сессии с высших учебных заведений разного рода воинских учреждений учебных. То есть это, ну, буквально сняли с парты лейтенантов и отправили младший офицерский состав, отправили в зону боевых действий. О каком профессионализме может идти речь? Как они будут управлять приданными им подразделениями, личным составом? А вот, вот такие вот будут и результаты в дальнейшем по ведению не то чтобы уже наступательных действий. Они даже в обороне не будут знать, как действительно им себя вести.